Добрий день, шановні присутні! Ми раді вас вітати на нашій інтелектуальній грі «Інтелектуальне асорті» на обласному телебаченні. Гра сьогодні незвичайна, тому що їй передувала велика гра по всій області, онлайн-турнір «Що, де, коли». Вже третій рік поспіль, спільно з Миколаївським обласним телебаченням, Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації проводиться такий онлайн-турнір. І в цьому році він проходив саме з питань народознавства та духовності. І кращі з кращих, переможці по області сьогодні присутні у нашій студії. Я рада вітати чотири команди, які вийшли в перший півфінал, потім буде ще другий півфінал, і найкращі зустрінуться у фіналі. Бажаю вам всім успіху і всього найкращого. Ви вже переможці, дякую вам. Дозвольте відрекомендувати вам нашу телеведучу Тетяну Олександрівну Макаронову, керівника клубу інтелектуальних ігор Університету Україна. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше уважаемое жюри. Это проректор Университета Украины Миряха Галина Ивановна. Игрок команды ВКонтакте, чемпион Николаевской области по играм «Что, где, когда», «Брейн Ринг», «Эрудит Квартет» и своей игре «Караулов Максим Владимирович». Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93 «Юбилейный», ведущая солистка Народной вокальной и музыкальной студии городского дома учителя, победитель украинских музыкальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. И председатель нашего сегодняшнего жюри. Человек, благодаря которому и состоялся и отбор чемпионата области, и состоялась сегодняшняя передача, и будущие передачи. Это главный специалист Департамента образования, науки и молодежи облгосадминистрации Демиденко Татьяна Анатольевна. Сегодняшняя игра состоялась при поддержке депутата Бориса Козыря и Приватбанка. И у нас в первом полуфинале встречаются такие команды. Команда Unity из города Снегиревка. Команда Справжний патриот из города Очаков. Команда Ромашки из селища Братского. И команда Тарас и Бульба из Новой Одессы. А мы переходим к первому конкурсу. Это разминка. Главарь разбойников. Нет, это сразу отвечаю. Соловей. Соловей. Нет, атаман. Атаман. Состязание на ринге. Поединок. На ринге. Вид спорта какой? А на бокс? Ринге. Бокс. Тянется от утюга к розетке. Провод, шнур. Имя животного. Кличка. Да. Кенгуру в сказке о Винни-Пухе. Как ее звали? Маму звали Кенга. Черный бодрящий напиток. Кофе. Лохань для стирки. У старухи было разбитое. Корыто. Условия спора. Ну, спор на что-то называется? Пари. Нижняя часть кастрюли. Дно. Дно. Он ловит рыбу. Рыбак. Взятие под стражу. Арест. Спасибо большое. Изба в Украине называется? Палатка. Да. Мешок, кровать туриста. Палатка. Спальник. Шкура барана. Руно. Да, руно. Препарат для прививок. Шприц. Вакцина. Вакцина, умничка. Страстная просьба.
Это мольба. Самолет Бабы-Яги. Метла. Метла. Звук простуженного горла. Хрип. Ускоритель химической реакции. Катализатор. Молодчина. Листок успеваемости в школе. Табель. Табель. Граф, друг Д'Артаньяна. Как его звали? Парамис. Как графа звали? А графа звали Атос. Гринвич – это нулевой меридиан. Недосягаемый образец. Это... Недосягаемый образец человека. Идеал. Идеал. Громче, пожалуйста, в микрофон. Лесник с ружьем. Егерь. Слесарный зажим. Тиски. Соперница снежной королевы. Герда. Остров Гогена. Это Таити. Нашивка на прорехе. Ну что вы на дырку нашиваете? Латка. Латка за платка, да. Скорбный шедевр Моцарта. Реки. Молодец, умница. Бегающий металл. Ртуть. Да. Металл для солдатиков. Олово. Прорезь для рукава. Пройма. Молодец. Красочное бразильское гуляние. Карнавал. Мастерица женить. Сваха. Ассорти шлягеров музыкальных. Это называется попурри. Кусок ткани на платье. Шлейф. Нет. Ну вот как называется вот кусок ткани на платье. Вот вы купили как? Что с этой тканью делают в магазине? Выкройку. Рулон. Это отрез. Стая друзей человека. Компания. Стая друзей человека. Кто друг человека? Собака. Ну, а стая называется? Стая собак по-другому. Это свора. Гонщик, идущий впереди. Лидер. Лидер. Юбка балетной танцовщицы. Паки. Да, пачка. Паки. Волшебники страны. Ос. Ос. Игра на корте. Теннис. Теннис. Сеточка вышивальщицы. Крестиком. На чем она вышивает? Канва. Канва. Спасибо большое. Слово жюри. Ось і розпочалась наша інтелектуальна гра, інтелектуальне асорті. І пройшов вже перший конкурс, який називався «Розмінка». Саме цей перший конкурс приніс нашим командам ось такі результати. Перша команда «Юніті» отримала 8 балів. Друга команда «Справжні патріоти» також отримали 8 балів. Третя команда «Ромашки» отримала 9 балів. І четверта команда «Тарас і Бульба» трішки менше – 7 балів. Ми будемо бажати, шановні гравці, що це тільки початок гри, тільки розмінка. А зараз у нас, ребята, второй тур. Это перевертыши, причем перевертыши все по пословицам. Вы меняете слова на антонимы. Ребята, но так как это не песня, а пословица, то оно должно быть очень близко к тексту. Из добра выбирай наибольшее. Со зла выбирай меньше. Так. Голоден по рот. Сыт по горло. Сыт по горло, молодец. Дешева вилка к ужину. Дорога ложка к обеду. Портной с брюками. Сапожник без сапог. На все ноги неумеха. На все руки мастер. Молодец. Болезнь всему ноги. Здоровье всему голова. Ну, громко, ты можешь это сказать? Здоровье всему голова. Отлично. На честном сапоги гаснут. На варе шапка гаснут. Отлично. Ей и Баба-Яга не сестра. Кто там в аду? Грешников жарят. Сатима. Черту и... Ну, черт никто. Ей и Баба-Яга не сестра.
А ему черту чёрт? Не брат. Не брат. Поняли? Поняли. Одет, как орел. Раздет, как... Гол, как сокол. Молодец, умничка. Кто работает, тот пьет. Кто не работает, кто тот не ест. Отлично, молодцы. Сделал гусям на слезы. Громче, да. С умной головой и ноги отдыхают. Да, и ногам покоя нет, совершенно верно. Взял, как пес, посмеялся. Дал, как кот, оплакал. Молодец. У смелости рот маленький. У глаза. Пересыпать из полного в переполненное. Переливать из пустого в порожнее. Молодцы. Отлично. Глупость ждет усов. Ждет. Ум не требует. Ум что делает? Что у мужчины еще кроме усов бывает? Борода. Ну, ум что делает? Ум не требует бороды. Может, мудрость не требует бороды. Ум бороды не ждет, ну, засчитывается. У трезвого смех дорог. Все на противоположном. У пьяного. Дешево. Что дешево? Плачь. Радость. Смех. Ну, на антоним меняем смех. Что получится? Плачь. Да, у пьяного слезы дешево. Чем бедны, тем и огорчены. Чем богаты, тем и рады. Отлично. Хоть и жарко, да не сытно. Хоть холодно, да не холодно. Молодец. Плух Паша, да наш. Коса, девочек, ну, плох. Можно на антоним поменять? Хороший. Хороша. Коса. Ну, плох Паша, да наш. А она хороша кто? Маша. Маша, да? Маша. Да. Не наша. Не наша. Спасибо большое. Слово жюри. Ну що ж, дорогі друзі, другий конкурс у нас був дуже серйозний, і гра перестає бути спокійною. Вона все ускладнюється, і тут уже ви показуєте свій рівень інтелекту і глибину вашого розуміння і мислення. Результат команд на сьогодні в другому конкурсі такий. Юніті Снігурівка блискуче відповідали, молодці, отримали 10 балів. Справжні патріоти Очаків трішечки відстали від них, але теж непогані відповіді. Із 5 4 зараховуються, 8 балів отримують. Команда Ромашки теж відповіла блискуче на всі питання, тому вам зараховано всі 5 відповідей, 10 балів. І, на жаль, наші Тарасики і Бульби трішечки відстають. Але все ще попереду, і все може змінитися на краще. Ваш бал – 6. А зараз найвеселіший конкурс – це конкурс анекдоту. Вставте пропущене слово в анекдот. Хотите ослепительную, нисходящую с лица голливудскую улыбку? Удалите пропуск, и ваши зубы всегда на виду. Что ж надо удалить, чтобы зубы было всегда видно? Губы. Губы, молодец. Закончите анекдот. Когда молодые, взявшись за руки, идут в ЗАГС, то, как правило, у мужчины на кисти остаются... Следы. Засосы. Какие? Ну, крепко держит. Синяки. Синяки остаются. Молодцы, девочки. Закончите анекдот с помощью устойчивого выражения из трех слов. Крем от морщин ягодка мне 70, а я выгляжу? На 50.
Ищем идиому. Мне 70, а я выгляжу. Ну, человек, который хорошо выглядит. Я выгляжу, как из трех слов ответить? Баба ягодка. 25 лет. На все 100. На все 100, да. В зеркальном карпе обычно отражается довольное лицо кого? Рыбака. Рыбака, отлично, спасибо. Пошли. Ну що ж, в анекдотах ви розбираєтесь краще, ніж в поговірках, я вам скажу. Тому що всі команди отримали по 3 бали. З чим я вас і вітаю. І зараз ми можемо підвести перший підсумок за 3 конкурси. Команда Снігурівської гімназії «Юніті» набрала 21 бал. Команда з міста Очакова «Справжні патріоти» набирає 19 балів. Команда братської ЗОШ «Ромашки» має 22 бали. І команда з Нової Одеси «Тарас і Бульби» – 16 балів. Продовжуємо. А сейчас у нас один из самых серьезных и сложных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что, где, когда». Считается, что этот цветок оберег от злых сил. Назван он был в честь парня, которого на зеленые святки заманили в поле и защекотали русалки. Как звали этого парня? Как звали парня? Сначала нужно выяснить, какой цветок. Переехать. Ромашка, парень Роман. Роман, ну, от злых сил. Ну, от злых сил нет, конечно. Потому что его звали Коля. Нет. Вспоминайте, какие цветы есть. От злых сил. Из подорожника. Русалки. Нет, это женское имя. Точно. Василий. Называй имя Василий или Роман. Что надо ответить? Имя. Имя. Нет. Время. Василий. Да, парня звали Василий. Молодец. А цветок Василек. Этот цветок используется в профилактических целях. При малярии, желтухе, для улучшения зрения и слуха, для купания детей. А для чего его используют влюбленные? Ромашка, для гадания. Для гадания. Для чего используют? Для гадания. Для гадания. Да, для гадания. Для гадания. Ромашка. Это ромашка. Молодцы, девочки. На Закарпатье после венчания начинались танцы. Что во время танца должен был отрубить жених одним ударом топора? Косу. Молодец, косу невесты. Умница! И вы, мои дорогие, в каком случае в Украине хоронили девушек или юношей в свадебной одежде? Если померли молодыми, не успели. До замужества. Да, если не создали семью. Спасибо большое. Слово жюри. Казалось бы, один из самых сложных конкурсов, но тем не менее команды с ним справились отлично. Команда Unity, город Снегиревка, 3 балла. Команда «Справжні патріоти», город Очаков, 3 балла. Команда «Ромашки», братская, 3 балла. И команда «Тарас и Бульба» из Новой Одессы, тоже 3 балла. А сейчас у нас конкурс болельщиков, которые начинают болельщики команды города Снегирёвка. Закончите мысль Ильи Шевелева. Дурака жизнь лупит, но не... Учит. Ну, не учит, правильно. Закончите отрывок из произведения Крылова.
Невежда также в ослеплении, бранит науки и ученья, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды. Закончите анекдот. Дочь обращается к матери. «Мама, а почему мальчики во дворе называют меня болванка? Не болванка, а блондинка. Запомни это, а лучше?» «Запиши». «Отлично». Закончите мысль Ильи Шевелева. Творческое переосмысление прошлого – это не уход от настоящего, а шаг к будущему. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. «Как правило, бездарно время грубим, напрасно за собой мосты сжигаем. Мы будущее в юности торопим, а в старости со страхом». Умираем. Ожидаем. Закончите анекдот. «Доктор, мне каждую ночь снится, будто я толкаю дверь, а она не открывается. А на ней что-нибудь написано?» «Да, на ней написано на...» «На себя». «На себя, спасибо большое». Закончите мысль Ильи Шевелева. «В свою мудрость верят либо слишком умные, либо слишком...» «Тупые». «Да, глупые». Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. «Когда свой горький опыт подытожишь, поймешь, что путь гармонии короче. Коль хочешь ты всегда лишь то, что можешь, и непременно можешь то, что хочешь. Отлично. И последний ваш вопрос – это анекдот. Закончите анекдот. «Прощание было милым и трогательным, потому что разлука обещала быть долгой и мучительной». Ну, иногда разлука бывает и радостной. Да, и приятной. Спасибо большое. Закончите мысль Ильи Шевелева. «Ненавидят тех, кто причиняет зло, и не меньше тех, кому причиняет зло». Закончите отрывок из творчества парней. «Как счастье медленно приходит, как скоро прочь от нас летит. Блажен за ним, кто не бежит, но сам в себе его находит». Отлично. Закончите анекдот. «Посезонная работа в офисе. Зимняя спячка, весенний авиатоминоз, летний пофигизм, осенняя депрессия». Большое вам спасибо, господа. Слово журі. Шановні юнаки, дуже гарно, коли в житті у людей є підтримка. Підтримка близьких, а також підтримка друзів. І ось сьогодні на нашій грі ваші друзі вас дуже-дуже гарно підтримали. І тому усі команди, всі чотири команди отримують максимальний бал 9. Вас вітаємо всім. Так тримати. Вийду ранком чисте поле, підійду до джерела, всюди моє серце тішиться тобою, рідна матінка. Україна моя, вишивана сорочка, моє серце співає для тебе як та. Із народження я, твоя вірна дочка, присягаюсь тобі на щасливі літа. В синім небі світанкові зірка вранішня зійшла. Матінка.
моя, вишивана сорочка, моє серце співає для тебе, як птах. Із народження я, твоя вірна я дочка, присягаюсь тобі на щасливі літа. Україна моя, вишивана сорочка, моє серце співає для тебе, як птах. Із народження я, твоя вірна я дочка, присягаюсь тобі на щасливі літа. Сейчас, дорогие друзья, у нас самый печальный конкурс нашей сегодняшней игры. Это конкурс памяти замечательного игрока, очень талантливого, многолетнего члена нашего жюри Евгении Олеговны Ларионовой. У вас на столе лежат два маленьких листика, один совсем малюсенький. Значит, на самой маленькой бумажке нужно поставить число от 1 до 4. И сейчас поднять руку, я подойду, заберу. Это ваша ставка. Вы отвечаете на вопрос. Правильно вы получаете в плюсе, неправильно получаете минус. Всем дается одновременно минута. Вопрос играется одновременно, не на скорость. Что вы поставили, мои дорогие, я не виновата. Пожалуйста, ваши ставки. Кто как себя оценивает? Она, предок всех ведьм на свете, по своей сути она мертвец, посланный в мир живых со злыми намерениями. Какой конструктивной особенностью отличается ее традиционное жилье? Время пошло. Уже есть ответ. Сейчас. 10 секунд. Да, вы пишете ответ, даете. Время. Вот все 4. Значит, внимание, правильный ответ. Куриными ножками. Она Баба-Яга. И сейчас жюри огласит результаты. Первое неправильно. Так, минус, да? Да. 31. Да. Вторая. Плюс 3. 34. Ну що, друзі, уже можемо оголосити результат цього конкурсу. Пам'ять – це дійсно найбільша цінність людського розуму. Завдяки їй ми пам'ятаємо і радісні, і печальні події в нашому житті. І ось ви показали, наскільки ви володієте ситуацією і як ви відповіли на питання цього конкурсу. Ситуація змінилася кардинально. Команда Юніті Снігурівка зараз має загальний бал 31. Команда Справжні патріоти Очаків 34 бали. Правильно чи неправильно відповіли? Ромашка Братське 36 балів. І Тарас і Бульба Нова Одеса 31 бал. Відповіді. Відповіли правильно. Команда Справжні патріоти отримує 3 бали. І команда Ромашка Братське теж отримує 2 бали. І Тарас Бульба. І Тарас Бульба теж отримує 3 бали. Молодці. А команда Юніті мінус 2 бали. І команда Юніті у вас відняли 2 бали. Менше однакова кількість у Юніті і Тарас Бульба по 31 балу. Юніті почне перша, потім Тарас Бульба. Ребята, значить, ви вибираєте з 4 конвертів, не відкриваєте, даєте мені. Така цифра вам подобається, будь ласка.
фигурками этих птиц украшают свадебный каравай. Согласно многим поверьям, этих птиц нельзя убивать и употреблять в пищу, чтобы не накликать беду. Какому художнику принадлежит самое знаменитое изображение этой птицы? Художник. Птицы, птицы. Это лебеди или голуби, скорее всего. Картины с голубями. Кто он здесь? Это море. Это море. Картина, это получается, там, где голубь с веточкой, после синего. Художник. Это русский, скорее всего, какой-то художник. Да. Нет, это не Репин. Васнецов. Васнецов. А может, художник голуби? Какой ответ? Ответ. Художник голубев? Лебедев. Ребята, речь идет о голуби. А самое знаменитое изображение голубя – это Пабло Пикассо. К сожалению, нету правильного ответа. И следующая команда – это Новая Одесса, да? Да. Не открывай, там ответ. Лучше там, конечно, призы лежали. Внимание! В вопросе есть замена. В Украине игрушки изготавливались в том числе и из икса. Назовите литературную героиню, которой как-то раз послали кусок икса. Ворона! Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Молодец, на последней секунде. 4. Ваш вопрос. В Гамельне летом каждое воскресенье в полдень проходит процессия в честь легендарного спасения от них. Назовите заглавного сказочного героя, одержавшего победу над их королем. Десять секунд. Время. Я слушаю ваш ответ. Крысиный король. Щелкунчик. Щелкунчик. Улетает. Что вы делаете? Так, Шари, что мы будем делать? Команда, скажите четко ответ. Четко ответ, микрофон, пожалуйста. Щелкунчик. Мы засчитываем? Засчитываем. Этот великий врач написал книгу «Основы общей военно-полевой хирургии». Его забальзамированное тело похоронено в Виннице. Что
согласно пословице, украшает кулинарное изделие, от названия которого произошла его фамилия. Не спешите, важна форма вопроса. То, согласно пословице, украшает кулинарное изделие, от которого произошла его фамилия. Десять секунд. Время. Команда, ответ. Пирог. Команда, ответ, пожалуйста. Пирог. Нет. Так, это окончательный ответ? Хай будет калина. Калина. Ну, вы поняли, что речь идет о пирогове. Красна хата не углами, а пирогами. Пироги украшают хату. Вот это правильный ответ. К сожалению, ответ не прозвучал. Так, спасибо и слово нашему уважаемому жюри. Они сказали пирог? Нет. Татьяна Александровна. Они сказали пирог. Они сказали пирог. А вопрос был, что украшает кулинарное изделие? И назовите кулинарное изделие. Что это украшает кулинарное изделие, согласно пословице? Не засчитываем. Минус 29. 34. Нет, 27. 31, да, был? Да. Плюс 7, 2, минус 7, 7 24. 34, минус 7. Шановні гравці, сектор ризику дійсно такий був напружений, ризикований, дуже цікавий. І, на жаль, не всі команди справилися з цим завданням. Команда Снігурівської гімназії «Юніті» мінус 7 балів і має 24 бали. Привітайте, будь ласка, команду. Команда з міста Очакова, справжні патріоти, взяла питання, ми це таки вирішили, і має плюс 7 балів, 41 бал. Команда з братської ЗОШ, Ромашки, на жаль, мінус 7 балів. І команда Новодеської гімназії взяла цей конкурс, плюс 7 балів, 38 балів отримала. І тому я вітаю фінальну гру. У нас виходять дві команди. Це команда з міста Очакова «Справжні патріоти». Та команда Новоодеської гімназії «Тарас і Бульба». Ну, а зараз приємна церемонія нагородження. За участь у півфіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор, за зайняте четверте місце отримає подарунок та подяку Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації команда Снігурівської гімназії «Юніті». За зайняте третє місце за у півфіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор. Подяку Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації та невеличкі призи отримує команда братської ЗОШ номер 2 «Ромашки». І подяки Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. За друге місце отримує команда Новоодеської гімназії за участь у півфіналі. Друге місце, будь ласка. Ваші призи покажуть, а подяки отримують за участь у півфіналі.
І за перше місце у півфіналі обласного онлайн-турніру інтелектуальних ігор отримає подяку Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації команда Очаківської ЗОШ номер 2 «Справжні патріоти».